Здравствуй, дорогой подписчик и гость моего канала. Записываю данное видео, свой видеодневник, ну а также для людей поделиться своей работой. У меня здесь интересный поступил заказ на 75 лавок. Это Московская область. Еще точно адрес не знаю, но где-то рядом с Подольском. Вот. Также мне надо будет совершить доставку. Лавочки немножко измененные. Там попросили сделать на 3 рейки, так как народу очень много, там что-то 300-350 человек надо рассадить, типа кинотеатр на улице. И, ну, я так понял, что заказ был у меня сделан только потому, что я назвал самое выгодное предложение, ну, дешманские лавочки, так как ниже уже некуда. Люди долго мариновали, но в течение месяца все-таки согласились. Держали меня на коротком поводке. Вот. Приключение у меня началось с покупки материала. Материал просто дорогой. Вложил я все силы и средства. Надеюсь, я что-то все-таки с этого поимею, если меня не кинут. Вот. Я вам сейчас покажу, как выглядят крышки от этих лавок. И покажу уже, как у меня уже встреча замотана, там сколько-то штук. Как будет выглядеть уже конечный результат. Дополнительно надо будет мне и собрать их уже на месте. Ну, то есть, если я уеду, это сколько там, километров 600-650 мне до Подольска. Собрать, ну, это, наверное, на сутки назад вернуться. Но я свое слово держу. Вот так вот выглядят крышки от лавок. Ну, как я говорил, они на 3 рейки. Так как их много, и просили максимально бюджетные. Длина их 2 метра. Вот. И вот как я их запаковываю. Стрейч-пленки, саморезики. Все в комплекте. Вот так вот. И так все будет 75 штук. Запишу себе на память такой видеоотчет. Вот этот заказ. 75 лавок. Вот они все. Сейчас немножко осталось доделать такой вот имитированный стол, где мы собираем. Вот. Находимся в Москва. Если быть точно, город Руза, Московская область, там буквально рядышком. Но для меня это все равно Москва. Вот помощник мой. Hi, people. Hi, people. Вот. Конечно, если эти лавки вести собранные, надо было бы заказывать фуру. А разобранные достаточно вот такого прицепа. Это стрейч, который сейчас по 500 рублей за трубку. Работа готова. Просто колоссальная работа сегодня произведен. Потратили целый день. 75 штук. Ну все, теперь пора домой. Всем пока.